Ключи от новых служебных автомобилей главным врачам медицинских учреждений края вручил губернатор Приморья Олег Кожемяка. Транспортом отечественного производства пополнились автопарки станции скорой медицинской помощи Владивостока, Артема, Уссурийска, Находки и Арсеньевской городской больницы. Сегодня важное событие. Мы получаем новые автомобили, 13 автомобилей скорой помощи, которые будут обслуживать население в этот непростой и трудный период. 1500 медиков работают в инфекционных отделениях, порядка 600 сотрудников скорой медицинской помощи работают на обслуживании населения, делают все возможное, чтобы эта болезнь быстрее была выявлена, излечена, с тем, чтобы люди получили вовремя необходимую помощь. Все поступившие машины предназначены для работы реанимационных и специализированных бригад скорой медицинской помощи. Особенность автомобилей в том, что кабины в них изолированы от салонов. Внутри установлены бактерицидные лампы. Есть весь комплекс необходимого оборудования для работы с пациентами с COVID-19, в том числе аппараты ИВЛ. Санитарная кабина оснащена уже аппаратом искусственной вентиляции легких, далее ингаляционным аппаратом, чего раньше не было, дефибриллятором. Этот аппарат был удобными носилками. Поэтому, конечно, этот автомобиль удобен и для фельдшеров, удобен и для водителя. Вот, то есть он показал свою успешность и радует то, что наша промышленность мгновенно реагирует на меняющуюся обстановку и уже выпускает автомобили, предназначенные в том числе для борьбы с этой инфекцией. Губернатор добавил, работа по модернизации и оснащению современным оборудованием медучреждений края не прекращается. В Приморье ведется строительство новых ФАПов и амбулаторий. Несмотря на сложную ситуацию и довольно большой объем финансирования, которое мы тратим на лечение с ковидом, тем не менее, ту программу, которую мы принимали в начале года по ремонту наших поликлиник, по переоборудованию, это 1 800 000 000. Мы направили, и эти ремонты в поликлиниках идут, мы видим, смотрим, и я думаю, что к концу сентября, к концу года они будут все закончены. Кроме того, мы 4,3 миллиарда направили на закупку 6,5 тысяч единиц нового медицинского оборудования, которое поступит в наши клиники, в амбулатории. Тот шаг, который даст возможность видеть медицину уже современной, доступной. Также выделены значительные средства на приобретение 19 автомобилей скорой, 49 единиц санитарного транспорта, 9 передвижных диагностических комплексов, которые придут в районы Приморья. Дмитрий Беломестнов, новости на Восьмом. Владивосток – город богатый на таланты. В прошедшую субботу исполнилось 100 лет со дня рождения голливудского актера Юла Бриннера, уроженца Приморья. Фигура великого актера выделила дальневосточную столицу на карте мира и стала символом кинофестиваля «Меридианы Тихого». Так случилось, что в 2003 году «Меридианы Тихого» стали искать легенду. Как же заманить на наш кинофестиваль на Владивосток людей со всего мира? Оказалось, что Владивосток не все знают, даже где он на карте находится, даже страна АТР. И, конечно, понимая, что у нас родился Юл Бриннер, мы стали искать его родственников. И нашли его сына, Рока Бриннера. И с этого началась история. Род Бриннеров прочно связан с Приморьем. Дед актера Юлий Иванович Бриннер приехал сюда в 1874 году и основал транспортный и горнорудный бизнес. Юл Бриннер всю жизнь ценил и помнил свои русские корни. Играл Дмитрия Карамазова, Тараса Бульбу. Мы имеем полное право считать Юла дальневосточником не только потому, что он здесь родился. Потому что даже несмотря на то, что он уехал из Владивостока в возрасте нескольких лет, он потом еще жил в Харбине, то есть он так или иначе оставался вот в этом российско-дальневосточном контексте. Дальше он жил в Париже, где опять же пел роман с Алешей Дмитриевичем, оставаясь в том же самом контексте. С наступлением Второй мировой войны Юл вновь попал на Дальний Восток. Он жил у родственников в Харбине. Там же получил рекомендательное письмо Михаилу Чехову и отправился в США, чтобы стать великой американской и мировой кинозвездой. Мы каждый, кто любит искусство и кто занимается искусством, верим, что можно достичь таких высоких вершин,
такого высокого мастерства и творчества, как достиг Юл Бринер, уроженец нашей земли, уроженец нашего города. Юл Бринер – неотъемлемая часть огромной и богатой истории нашего края, которая заново открывается сегодня. Сквозь года и десятилетия Юл продолжает вдохновлять. Его игра проникает в зрительские сердца и души. Столетний юбилей актера стал настоящим праздником для горожан, которые чтут память известного на весь мир земляка. Олег Завьялов, Владислав Шлыков, Игорь Болтов. Новости на Восьмом. В России завершились испытания вакцины от коронавируса. Клинические испытания велись с 18 июня. Саму вакцину разработали специалисты Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи. До начала клинических испытаний добровольцев подробно обследовали, в том числе проверили на отсутствие антител к коронавирусу. После изолирования ученые провели иммунизацию. Добровольцев разделили на две группы. Участники первой получили одну дозу вакцины, второй – две. Все они чувствуют себя хорошо, инъекция не вызвала негативной реакции организма. После выписки медики продолжат наблюдать, как ведет себя их иммунитет. В Приморье сокращается ежедневное число заразившихся COVID-19, однако растет число тяжелых больных. Как подчеркнул губернатор края Олег Кожемяка, именно от уровня ответственности жителей во многом зависит, как долго будет длиться режим повышенной готовности. Глава региона потребовал увеличить количество сотрудников правоохранительных органов для работы в административных комиссиях. Напомним, в Приморье продолжает действовать режим повышенной готовности. Он предусматривает ношение средств индивидуальной защиты и соблюдение социальной дистанции. Новое лечебное, диагностическое и лабораторное оборудование поступило в краевую детскую клиническую больницу номер 1. Приобретение позволит оказывать помощь на более высоком уровне. Лор-отделение клиники пополнилось оптическим оборудованием, а кабинет врача в приемном отделении оснастили лор-комбайном. Два современных электроэнцефалографа введены в строй в недавно созданном поликлиническом отделении. Кроме того, приемное отделение клиники пополнилось аппаратом ЭКГ, а в клинической диагностической лаборатории введен строй современный анализатор последнего поколения. В ближайшие дни в учреждение поступит современный аппарат УЗИ. Съезд, соединяющий трассу Седанка-Патрокл с новым районом «Зеленый угол», планируют построить в этом году. За 4 месяца подрядчику предлагается возвести объект с нуля до полной готовности. Предстоит создать профиль дороги, обустроить трубопроводы, водоотводы, проложить электрические кабели, сделать инженерные колодцы, а также асфальт, разметку и дорожные знаки. Съезд и выезд из микрорайона – это только первый этап строительства. На втором этапе должна быть построена вся развязка целиком. Участок будущей развязки расположен на пересечении действующих магистральных улиц вдоль северной границы территории «Зеленый угол» и объездной трассы «Новый Дефрис Седанка-Патрокл». Нерадивых дорожников в Приморье заставят переделать брак. Специалисты выявили неудовлетворительное качество работ по национальному проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в Артеме. Сейчас подрядчик устраняет все выданные ему предписания. В ходе проверок были выявлены нарушения, начиная от использования некачественного материала и заканчивая тем, что подрядчик не выполнил все объемы работ согласно контракту. По результатам проверок были составлены акты и выписаны предписания. Если замечания не будут устранены, то компания не получит оплату по контракту и может быть внесена в перечень недобросовестных. На Восточном проспекте проложат перепускные трубы. С 15 августа на участке автодороги от дома номер 25 до дома номер 27 начнет действовать временное ограничение движения и парковки. Ограничение в районе пересечения улицы Анютинской и Восточного проспекта будет действовать с 8 утра 15 августа до 23 часов 25 августа. За это время подрядная организация должна будет демонтировать дорожное покрытие, провести земляные работы с заменой укладкой новых труб, а также полностью восстановить асфальтобетон на месте работ. Водителей просят отнестись с пониманием к временным неудобствам и выбрать для объезда улицы Канскую, Анютинскую, Земляничную и Подъемную. 137 автобусов муниципального предприятия «ФПАТ-1» прошли проверку технического состояния и готовятся выйти на новые маршруты. На каждое транспортное средство выписан акт о соответствии условиям электронного конкурса, итоги которого подвели 6 июля. Напомним, в этом году у всех автоперевозчиков Владивостока истекает время действия договоров о работе на внутригородских маршрутах. В этой связи администрация города подготовила и разместила 8 электронных аукционов и 1 конкурс на соответствующую закупку.
Победителем конкурса стало муниципальное предприятие «ВПАПАТ-1». С ним уже заключен контракт сроком на 1 год. Перевозчик получил возможность работать на 16 городских маршрутах. В субботу, 18 июля, во Владивостоке стартует мероприятие «Мы вместе». В социальном проекте могут принять участие горожане с ограниченными возможностями здоровья и все желающие. До 22 августа в краевой столице пройдут разнообразные экскурсии, мастер-классы и другие активности. Мероприятие организовано в рамках муниципальной программы «Доступная среда». Социальный проект «Мы вместе» включит в себя экскурсии по Владивостоку, мастер-классы по росписи дымковской игрушки и гончарному ремеслу, праздник Ивана Купала, фитнес-вечеринку в стиле ретро и многое другое. Участие во всех мероприятиях бесплатное по предварительной записи. Жители Владивостока приглашают поучаствовать в конкурсе, посвященном Владимиру Высоцкому. Традиционный фестиваль бардовской песни «Высоцкий и Сибирь» в этом году проходит в онлайн-формате. Для участников предлагается несколько номинаций. Так можно записать видео с вокальным или инструментальным исполнением песен Высоцкого, прочтением стихотворений автора. Еще одна номинация – фотографии, посвященные творчеству артиста. Также на конкурс принимаются стихотворения и фотографии, посвященные теме победы в Великой Отечественной войне, также фотоработы о социально значимой деятельности людей и некоммерческих общественных объединений.